всем, кто проснулся после дня студента, доброе утро! Сегодня среда, 18 ноября. До Нового года осталось всего 43 дня. Сегодня родился именно тот, которого мы должны благодарить за подарки, найденные под елкой 1 января. Сегодня день рождения. В смысле? Мой папа родился весной вообще-то. 18 ноября, день независимости Латвии. В этот день родились известный актер Оуэн Вилсон. Тупой еще тупее, а вот этот белый. Гениальный композитор Мария Вебер. И Эльдар Рязанов. Те, кто до сих пор не нашли хату на Новый год, могут провести этот праздник за просмотром традиционного фильма «Ирония судьбы», появлению которого мы и благодарны этому талантливому режиссеру. Юридический факт дня. В большинстве стран мира запрещено каким-либо образом надругаться над государственным флагом. Но в Дании интересное решение этому вопросу. Законодательство запрещает надругательство над любым флагом, кроме самой Дании, с которым вы можете делать все, что угодно, без всякой ответственности. А в предвкушении стипендии помните, что банкоматы такие же грязные, как и общественные уборные. Пишите свои письма Деду Морозу и ждите своих 6S Plus или BQX6. Всем удачи! Пока!